Официально подтверждено выздоровление еще двух жителей республики, у которых ранее был диагностирован COVID-19. У одного заболевание протекало бессимптомно, он получал лечение в условиях домашней самоизоляции, второй уже выписан из стационара. Таким образом, число выздоровевших в республике с начала пандемии достигло 16 человек. Напомню, что с начала пандемии в регионе зафиксировано в сумме 352 подтвержденных случая COVID-19. 104 пациента на сегодня госпитализированы. В том числе под пристальным вниманием медиков остается беременная девушка, состояние которой до недавнего времени оценивалось врачами как стабильно тяжелое. Состояние находящихся на амбулаторном лечении стабильное. Те, кто проходит стационарное лечение, лечение проходит в полном объеме, в соответствии с рекомендациями, которые нам направляет Министерство здравоохранения Российской Федерации с обновленными вариантами. Среди госпитализированных у нас имеется одна беременная, состояние ее без ухудшения. Нам удается сохранить ее жизнь и жизнь ее ребенка в настоящее время. Она получает всю консультацию, вплоть до телемедицинской консультации с федеральными учреждениями, которые мониторируют состояние всех беременных. Далее состояние будет практически ежедневно мониторироваться реаниматологами, акушер-гинекологами, врачами ультразвуковой диагностики, которые определяют состояние внутриутробного плода.